Светофор написала Ирина Валерьевна Гурина. Папа Света в детский сад провожать всегда был рад. Вдруг увидели они разноцветные огни, словно праздничный убор, показался светофор. И спросила папу Света, для чего ему три цвета? Почему они горят друг за другом, не подряд? Папа ей сказал в ответ, Оль горит зеленый свет, можешь ты вперед идти и дорогу перейти. Стоп, дороги больше нет, говорит нам желтый свет. Если не остановились ноги посереди, постой дороги. Жди, когда пошлет привет, тебе вновь зеленый свет. И совсем иди опасно, если загорелся красный. Принесет он много бед, не послушавших совет. И опять спросила Света, но если нету света, вовремя не починил монтер, не справлен светофор. Мы же не можем долго ждать, можно в садик опоздать. Отвечая на вопрос, папа грубо произнес, что ж, идти, конечно, надо, светофор ведь не преграда. Только, дочка, умной будь, посмотреть не позабудь, прежде чем идти налево, а потом шагай ты смело. Если близко нет машин и не слышно шум машин, правила для всех едины, и дойдя до середины, выполняет их исправно. Сразу посмотри направо, ты про это не забудь, прежде чем продолжишь путь. Так они со разговором поравнялись светофором. Он как будто бы для света заиграл зеленым светом.